наша Лерочка. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья и здоровья. Любви тебе. Чтобы ты цвела, как роза. И денег побольше. А, ну да, деньги мне сейчас как воздух нужны. Ну давай, задувай на счастье. Лера, тебя начальник вызывает. Срочно. Простите. Здравствуйте, Иван Иванович. Вызывали? С днем рождения вас, дорогая Валерия Петровна. Счастья вам, здоровья и успехов в труде и личной жизни. Нам дали добро на расширение всей нашей базы. Но не все войдут в это счастливое время. Есть в жизни взлеты. Есть в ней и сокращение штатов. И там, где раньше был отряд, теперь один, будет грудью стоять. Должность штатного фотографа в системе нашего учреждения сокращена. Вот такие лютики-цветочки. Но вы же знаете... Я кредит в банке взяла, аппаратуру купила, на которой работаю. И все компенсации, все как полагается. Но ведь этого никак не хватит. Ну вот, эта ситуация должна вас стимулировать, должна мобилизовать вас, расширить горизонты вашей судьбы. Вы еще нас за это... Благодарить будете. Я вам уже благодарна. Особенно за горизонты судьбы. За это вам особое и человеческое спасибо. Привет, доченька. Спасибо, моя хорошая. Что? Какая майка? Полина, милая, я не помню, какая красная майка. Ну, хорошо, хорошо, приезжай, сама посмотришь. Договорились? Все, пока. Привет, Бельмондо. Опять с собой любуешься. Что делать будем, а? Ладно, прорвемся. Господи, сколько можно сверлить, дурдом какой-то. Когда этот ремонт закончится?
Алло? С днем рождения, подруга! Жива-здорова? Спасибо, Ирка. Ты не представляешь. Я только что получила письмо. Послушай. La direction de studio de photo papillon Paris France a examiné votre travail et vous invite à Paris dans deux semaines à commencer le travail sur le projet présenté. Чего там? Совсем надмечалось? А по-русски нельзя? Извини, Ирусик. Дирекция фотостудии Павильон Париж Франция приглашает вас через 2 недели приступить к работе в Париже над заявленным проектом. А письмо точно тебе? Не ошиблись? Да мне, я же их своими работами буквально завалила. Ты представляешь? Вот тебе результат. Так что все, Ирка. Еду в Париж. Тем более, что с работы меня сегодня выперли. Сократили меня. Не взяли с собой светлое будущее, ну и не надо. Остановись, подруга. Какой тебе сейчас Париж? Ты работу потеряла, а на тебе кредит висит. У тебя квартира в банке под залогом. Какой банк тебя выпустит? Ну какие проблемы? Поеду в Париж. Заработаю денег и все верну с процентами. О, ну ты прям под руку. Письмо из банка о срочном погашении процентов. А ты помнишь, кто у тебя поручитель? Ты. Да чепуха все это, Ирка. Завтра схожу в банк и во всем разберусь. О, слушай, мне Костя звонит по мобильному. Все, пока. Алло, Костя? Да, я только что пришла, дай дух перевести. Ну все, хорошо, увидимся, конечно. Мам, привет. Ну, привет. Мама, я поздравляю тебя с днем рождения. Ты извини, пожалуйста, что я без цветов, но вот тебе сувенир. И это, ты не смотри, пожалуйста, что рожа идиотская. Это, между прочим, ручная работа. Ну да, идиотская рожа – это то, что мне сейчас нужно. Ой, что за шум у тебя за стеной? Вообще озверели, что ли? Мам, у меня полная ерунда с деньгами. У меня фен перегорел. И на стрижку я записалась. У меня нет денег. Как-то у тебя нет денег, а работа? Накрылась моя работа медным тазом. Почему? Сократили меня. Выкинули на улицу. Сами теперь будут фотографировать. Подожди, а как же я? Если ты не заплатишь за второй семестр, меня выгонят из института. А если я не заплачу кредит, у меня будет кораблекрушение. И вообще, твой Андрей мог заплатить за тебя. Он же знал, что он студентке женился. Мама, он сам еще студент. Вот как? Когда он заработает? Ну ладно, проехали. Я все равно скоро уеду. Куда ты уедешь? В Париж. Готовы рассмотреть долгосрочный контракт. Да ладно. Получилось, что ли? Ну ты даешь. Только вот, похоже, никто из-за кредита меня никуда не выпустит. Ой. Мам, вот скажи мне, вот почему у тебя все всегда не как у людей? А как у людей? Я не знаю, как у людей, но вот как-то не так. Вот, я же говорила, что она у тебя. Мам, ну хочешь, забирай себе мою майку. Дурдом какой-то. Ну, не хочешь, как хочешь. Ладно. Мы с Андреем вечером зайдем, мы принесем торт и все обсудим. Полина, я не могу. Я сегодня не могу. Я с Костей встречаюсь. Давай завтра. С Костей? Романтическое свидание при свечах? Ладно, шучу. Только завтра я не могу. Давай послезавтра. Да? Ну все, пока. Давай. Муа.
Мне письмо пришло. От кого? Меня в Париж приглашают. Что предлагают? Работать в них. А как же я? Да ничего пока не известно. Кредит висит. Слушай, я замерз. Пойдем отсюда. Я знаю место, там такой шикарный кофе варят. Хулиганка. Им не до нас. Пойдем. Надо срочно что-то придумать. Здорово. Халтуры, какие-нибудь заказы. И работать, а то останусь и без Парижа, и без квартиры. Костя? Костя? А? Говори, случайно это место выбрал? Костя, ты же мне обещал. Лерочка, я тебя умоляю, только, пожалуйста, вот не порть праздник. Посмотри, вот у меня чуть фишек осталось, да? Сейчас мы эту милость спустим, и все, хорошо? 5 минут, я тебе обещаю. Костя. 5 минут, я тебе обещаю, Лер. Я прошу тебя, я... Костя, я... 5. Хорошо. И все. Хорошо. Привет, как игра? Нормально. Здравствуйте. Кофе, пожалуйста. На удачку раздай, хорошо. Ваш кофе. Спасибо, девушка. Нет игры. Вы не могли себе хотя бы пару положить, а? Или у вас там сплошной мусор? Черт знает, что такое, а? Ну не жизнь, а издевательство какое. Костя, прекрати. Прекрати этот цирк смотреть противно. Лер. Лера! Ну ты же видела, что у меня была каре. А у нее ничего не было. Ну это не жизнь, а издевательство какое-то. Значит, я же тебе говорю. Ты меня поздравить хотел, так? А фишки некуда было девать. Костя, очнись! Лера, ну все не так, все не так. Ну давай к этому столу подойдем, ну пожалуйста. Ну хочешь, я с крыши прыгну? Хочешь? Ну куда тебе прыгать? Хорошо. Хорошо, сыграй ты. Сыграй. Только я прошу тебя. Я тебя прошу, поставь на цифру, а? Только на цифру. В какую цифру, Костя? Я не знаю, на какую цифру. На любую. Она у тебя должна всплыть в голове, понимаешь? Как знамение, как перст судьбы. Любую цифру от 0 до 36. Ну, говори, ну. Костя, у меня только одна цифра всплывает в голове. Ну? И по поводу тебя, и по поводу всего вечера. Полный ноль. Вот тебе и знамение, вот тебе и перст судьбы. Лера. Лера! Ставок больше нет. Ставки сделаны. Thank you.
Здравствуй, здравствуй. Новый день. Но слава богу. Здрасте. Я извиняюсь, я ваш сосед. Я тут ремонт затеял. Даже сам не понимаю, как это произошло. Вроде бы... За что? Все рассчитал. А я ж штукатурку со стены снимал и не сильно давил, а оно вон как вывалилось. Наверное, я это... Перфоратор не тот взял. Какой еще рефоратор? Перфоратор. Да вы же мне полстены разворотили. Я все верно говорю, рассчитал, а оно вон как получилось. Что? Что вы не хотели? Я говорю, ну, чтобы вот так. Я не понимаю, что вы не хотели? Не надо на меня так смотреть. Все, починим, все будет в лучшем виде. Мне в вашем лучшем виде ничего не надо. Значит так, стенку почините, кладку сделайте точно такую же, как и была. Точно такую же, вам понятно? Понятно, я просто... А теперь исчезните, пожалуйста, исчезните! Вам это, помочь убрать? Дайте мне спокойно умереть. Зачем вы, как слон, вторгаетесь в мою жизнь? Да никто не вторгается. Я хотел оказать посильную помощь. Спасибо, все... уже оказали. А что вы орете? Разорались тут, расшумелись. Дорогой мой, ты еще не знаешь, как я могу расшуметься. Ты еще не знаешь, как я могу раскричаться. Вы на шнур наступили. А? Все нормально. Я шнур заделал. Алло. Да, я поняла, что из банка. Спасибо за напоминание. Заплачу и кредит, и проценты. Сроки оплаты мне хорошо известны. Постараюсь в ближайшие дни. Да заплачу обязательно. О, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить. Проход закрыт. Проход закрыт. Ну, Лерка, ну чего ты обиделась? Ну, ты же видишь, со мной ничего не случилось, все в порядке. Куда ты пропала? Костя, мне и так все ясно, все, хватит об этом. Ничего тебе не ясно, подожди, я все придумал, Лерочка, нужно поговорить. Давай вернемся в квартиру, а? Лера, очень холодно. Очень писать хочется. Я не могу, у меня там мужичок. Какой мужичок? Обыкновенный. Вроде в майке был. В какой майке? Что ты говоришь? Белый. Лер! Все, Костя. Постой. Ну, подожди.
Ну подожди, я с тобой серьезно говорю, у тебя все шуточки какие-то. Костя, все, больше никаких серьезных предложений, понятно? Опа! Что это? Фейерверки, салюты, батареи различных калибров, и все это называется «Огни Парижа». Тебе просто нужно все это продать. Ходишь по офисам и продаешь. Это что, я, получается, корабейником стану? Забудь это слово «корабейник». Теперь ты мерчендайзер. Боже, Костя, ты меня совсем за идиотку держишь. Подожди, я же говорю с тобой серьезно. Ну что ты в самом деле? Ну подожди, говорю я тебе, подожди. Ну, что еще? Подожди. Выслушай меня. Послушай. Ты же говорила, что все сделаешь ради Парижа. Я нам такие проценты выторговал, мы купаться в деньгах будем. Короче, я здесь все написал. У нас только первый и второй класс опасности. И разрешение на торговлю есть. Ну-ка, посмотри на меня. Прекрасно. Во. Надо, чтобы лицо всегда было коммуникабельным и энергичным. Поняла? И все будет хорошо. О, все, Лер, опаздываю на репетицию. Все, я пошел. Костя! Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда метель метет. Жди, когда жара. Жди, когда никто не ждет, позабыв вчера. Пока. Шеф, поехали. Костя! Сташинская Валерия Петровна. Угу. Кредит брали, договор подписывали. Проценты знаете. Положение ваше хуже некуда. Платежи просрочены, а с работы вас уволили. Ну не уволили, а сократили. Ну можно же все решить, обо всем договориться. Я же сама пришла. Думаете, вы сегодня с вашим вопросом? Первое. У всех проблемы. А мы просто банк. Мы живем с судного процента. Ну если бы я поехала в Париж, я бы заработала денег, вернулась и выплатила бы кредит. Ну и что Париж? Был я в этом Париже, ничего особенного. Депозиты так себе, эмиссия высокая, налоговая система запутанная. Понимаете? У меня дочь и зять студенты, и кот Бельмондо, и больше у меня никого нет. А я аппаратуру купила, фотопроект делаю. Что вы говорите? Дочь, зять, кот, Бельмондо и больше никого. Ну так можно сказать, вам повезло. А у нас совет директоров. Попечительский совет, учредители, представители учредителей, начальники. И все хотят есть. И все каждый день спрашивают, как там Валерия Петровна Сташинская? Платит ли проценты по кредиту? Не нашла ли новую работу? А этот ваш Париж 5000 лет стоял, еще простоит. Никуда не денется. А мы с вами будем тихонечко здесь работать и проценты выплачивать. Срок погашения кредита вам никто не отменит и не перенесет. До свидания. Найдем обязательно. Конечно. Название нашего брачного агентства – Скоробей. А Скоробей – это исполнитель желаний. Так что исполним все ваши желания. Да, до встречи. Жду. Да, пока. Явилась. Богема. В Париж хочу. В Париж. А кредит кто будет отдавать? Ко мне сюда придут. А у меня написано на лбу, да? Гашу всем чужие кредиты. Но в Париж меня не выпустят, не беспокойся. Ирунчик. Я работаю ищу. Что это? У тебя работать могу. У меня диета, а мне это нельзя, понимаешь? Клиентам твоим фото делать. У меня принцип. Друзей на работу не брать. Тебя возьмешь, а потом беды не оберешься. Алло? Да. Да, это я твоя заюсенька, мое солнышко. Конечно, как договаривались. А что мой Барсик делает сейчас? Барсик делает денежку. Ну, делай. Целую тебя. Целую. Ты что, кота себе завела? Вот не надо. Так не надо. Потрясающий нормальный мужик. Я с ним случайно познакомилась. Представляешь? И сразу все взял в свои руки. И меня. И квартиру. И все хозяйство. А я поняла. Я не напухалась-то, как ты. Судьба сама в руки идет. Надо брать. И взяла. Я тебе его покажу. Ты лучше
Сама его один раз увидишь, потом скажешь. Вот такой вот дядька. Ирунчик. Ну, пожалуйста. Пользуешься моей добротой. Угу. Угу. Ладно, возьму тебя на работу. Временную. Ну, пойдем. Помещение покажу. Пошли. Первая фотосессия будет для тебя пробной. Справишься, будешь работать, понятно? Может, требования какие есть? Какие требования? Так, волосы убери быстренько. Хорошо. Требования очень простые. Угу. Самое главное, правильный ракурс. И хоть один раз, но обязательно с улыбкой. Хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Представь, что они твои кактусы из ботанического. Так. Теперь смотри. Есть у нас один очень серьезный клиент. Он уже 3 раза был женат. Теперь на рекорд идет. Так вот, этот самый рекордсмен хочет, чтобы мы сделали ему портреты в бильярдном клубе. А почему там? А тебе какая разница? Хоть в мавзолее, лишь бы деньги платил. Вот, держи. Звони, договаривайся, действуй. И самое главное, хватит витать в облаках. Аривуар. Алло, я от Ирины звоню, брачное агентство. Громче говорить, если ваше предложение в силе, давайте договариваться. В каком клубе? Не слышно. Да, да, я поняла. Вы меня звали? Не звали. Вы абсолютно несносный человек, вы мне все снимки засветили. Ну что вы торчите в стене, как гвоздь? Да подождите вы, я не ругаться пришел, а договориться, когда можно стену восстанавливать. Может, вы погуляете где-нибудь, пока я буду работать? Почему это я должна гулять? А кто будет следить за тем, чтобы вы весь дом не разрушили? Я хочу сделать все быстро, у меня на работе аврал. А вы все время ругаетесь и суетитесь, будете мешать мне? Ну да, зато я как счастлива, что вы теперь все время со мною рядом. Взаимно. Нет, ну точно надо было милицию вызвать. Что? Может, вы специально все это делаете? Что специально? Стенки ломаете. Очень смешно. Мы будем договариваться или нет? Ладно. Завтра можете приходить. Меня вечером не будет. Сможете? Сможете. Только предупреждаю, у меня много ценных вещей и кот Бельмондо. Я вижу. Музей с зоопарком. Ладно, не волнуйтесь. Квартиру под охрану возьму, кота на довольствие. Спокойной ночи. Хотелось бы. Это, кстати, от вас тоже зависит. Закройте дверь! Что-то я с вами раньше не работал. Я работала в агентстве другого направления. Какого? Индонезия, Малайзия, Южная Америка. Никогда не был в тех краях. Жаль. Так, вы с чего хотите начать? Какая у нас задача? Задача такая. Я скромный человек. Играю в собственном клубе. В бильярд. А клуб действительно ваш собственный? Конечно. Нет. О, прошу прощения. Небольшая пауза. На пару минут.
кто? Зачем меня снимаешь? Во-первых, я не вас фотографировала. А во-вторых, где можно фотографировать, а где нельзя, я и сама прекрасно знаю. На кого работаешь? Кто послал? Отдай фотоаппарат. Я не отдам. Отдай, детка, целее будешь. Не понял? Ишь ты шустрая какая! Давай, возьми ее! Распалку! Ты что? Вы что, женщины, себе позволяете? Здесь у нас не притон! Здесь приличное заведение! Без меня сделать не могут! Милицию вызывай, быстро! Ну, может, ОМОН вызвать? Так, может, надежнее будет? Ну? Загоняй в угол! Ну, все. Разборки! На улицу устраивай! Пусть он сам с ними разбирается. Да уж. Мало им не покажется. Сегодня лютуют как никогда. Угу. Трубадел. Алексей Иванович нас хотят. Ну и чё? Я у него уже как-то была. И чё? Лучше самой умереть. Эй, не надо нас к Алексею Ивановичу. Эй, мы больше так не будем. Что у вас здесь? Кто такие? Приставали в гостинице к посетителям. Были задержаны и доставлены дежурными патрульно-постовой службы. И дальше что? Поведем к Алексею Ивановичу. У Алексея Ивановича своей работы нет? Вы их на учет поставили? Конечно, все как полагается. Быстро забрали свои вещи, документы, чтобы духа вашего здесь не было. Спасибо, Владик. А вы у нас за что? Я не по этому делу. Я, к сожалению, за драку. Это к Алексею Ивановичу. А может, не надо? Ничего не поделаешь. Сам его боюсь. К Алексею Ивановичу. Слушай. Заставлю, сволочь. Еще послужи на блок. Вы? Здрасте. Вот это номер. Вы, значит, Алексей Иванович? Только этого мне не хватало. А я смотрю, Валерия Петровна, вы тоже не промах. И здесь тоже все ломаете. Я не ломал, а чинил. Присаживайтесь. Терминатор. Мне бы и фантазии не хватило на такие поступки. Так масштабно разрушать я категорически не умею. Я не виновата. Все так говорят. Скажите, что мне за это будет? От 1 до 3 лет общего режима. Шучу. Можно обойтись и штрафом.
Вот протокол. Ознакомьтесь. Распишитесь. Чушь собачья. Скажите, я похожа на ненормальную? А вот этого я вам не скажу. Не специалист в этих делах. А протоколы объяснительные – это документы. Расписывайтесь. Я ночь просидела в обезьяннике. Во-первых, не обезьянник, а камера предварительного заключения. С проститутками. КПЗ сокращенно. Это ложь сплошная, а не документы. Это не ложь. Это ложь. Тоже нашли мне преступника. Это не ложь. Кто бар разбил? Кто разгромил все имущество? Может быть, вот эти вот трое из неизвестных установленных личностей? Ну что, а теперь куда? В тюрьму, в острог. Поехали, мне уже все равно. Успокойтесь, Валерия Петровна. У меня до конца дежурства еще куча дел. Уже светает. Шли бы вы домой и отдохнули немного. Личные вещи заберете, а аппаратуру получите после выяснения обстоятельств. Ты мне муж или кто? Да муж я тебе, муж, но у меня зачет, пойми. Валерия Петровна найдется, никуда не денется. А меня до сессии не допустят. До сессии тебя не допустят? Да. Ты не понимаешь? Здесь что-то произошло! Здесь стена разломана, о боже! Бедная мама! Бедная! Полиночка, солнышко, все будет хорошо, слышишь меня? Ты не волнуйся, она найдется. Ну вот смотри, а мне что делать? Ну что мне делать, скажи? Я приду в институт, они у меня спросят, где ты был? Почему ты зачет сдавать не явился? И что я им скажу? Ну что им сказать? Ну так и скажешь. Они тебе, знаешь, как с утра до ночи. Да если я скажу, как есть, меня же в больницу отправят! Как бы она помешивала! Андрей! Что? Андрей, это моя мама! И я никому не позволю над ней глумиться! А я, значит, глумлюсь над ней! Ах, так хорошо! Хорошо, тогда я тоже от тебя уйду, и ты останешься один до конца жизни, потому что ты бесчувственный, жестокий человек! Пора бы уже привыкнуть, что твоя мама всегда находит проблемы себе на голову! Как? Вот как ты можешь так говорить? Ну что я такого сказал опять? Тебя хватает наглости еще спрашивать, что ты сказал? Мама! А где вы были? Мы чуть с ума мама, не сошли! Где ты была? На нарах парилась. Каких нарах? Каких нарах? Ты уже по утрам пьешь? Что случилось? Что ты натворила? Мужчинами дралась с особой циничной жестокостью. А стену в комнате тоже вы развалили? Я, конечно. Больше ж некому. А зачем? Для комплекта. А? Так, сейчас ты мне все расскажешь. Вот это характер. Вожуха. Поверьте, это самое малое, чем я могу отблагодарить вас и лично Валерию Петровну. За что? Как? Вы еще не в курсе, что произошло вчера? В курсе. Мне вчера звонили. И что ваша сотрудница, без тени сомнений, без размышлений бросилась спасать меня. Мне трудно говорить, простите. Здравствуйте. Спасительница. Воительница. Они преследуют меня всю жизнь. Так значит, это... Ну, конечно. Мои бывшие жены. Женщины, они такие мстительные. Представляете, они нанимают хулиганов и меня часто бьют. Бьют? Бьют. Один раз меня даже в речку сбросили. Было так холодно. Никто меня не защитил. А вот она защитила. За такой женщиной я как за каменной стеной. К нам пришел счет из бильярдного клуба за разбитую барную стойку, посуду, мебель, аппаратура в милиции. Я все понял. Все беру на себя, все оплачу. В знак особой благодарности и в надежде на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я сейчас же этим займусь. Ну,
Не буду более вам надоедать. Низко кланяюсь. Угу. Простите. Вырвалось. Фитиль тебе вставить? М? У тебя какая задача была? Фотографировать клиента, который тебе платит деньги. А ты вместо этого устраиваешь погром. Это хорошо, что все так обошлось. Так. Перестань. Барсик, отстань. Барсик, это Лера. Лера, это Барсик. Это Барсик, Лера. Очень приятно. Борислав. Лапушка, до какого надо ехать? Я всегда готова. Только я хочу, чтобы Барсик показал, как он меня любит. Нет. Вот. Еще. 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 Лера, пока. Еще? Достаточно. Еще. Открываемся? Очко. Не везет. Да и мне сегодня не пруха. Еще. Ребят, Костик, ну, завязывайте уже. Не дай боже, приедет начальство, полная кратына будет. Степаныч, а ты им скажи, что мы репетируем. Внеплановая репетиция. Гоголь, игроки. Костя в главной роли. Степаныч, бди. Мы тебя не обидим еще. Давай! Ну! Ну! Давай, 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 давай! Тише, можно? Валерия Петровна, простите, я не услышал, как вы пришли. Тут наши с ними играют. То они нам, то мы им. Такой матч. Алексей Иванович, мне глубоко безразлично, они вам или вы им. Я ваш спортивный азарт не разделяю. Но это матч года. Да хоть тысячелетия. Смотрите свой матч так, чтобы я не слышала. У меня от него голова болит, и от вас тоже. Я спать хочу, понимаете? Понял, извините. Вот здесь. Кота верните. Ах, да, забирайте. Я его тут молочком угостил. Мама! Девчонка, все. Технический перерыв. Поссорились? Хуже, мама. Все гораздо хуже. Ну что случилось? Все. Я от него ухожу. Куда? К тебе, конечно. Так, подожди, успокойся, расскажи мне все подробно. Мама! Он не хочет есть мои котлеты. И что? Что? Что и что? Мама, я купила мясо. Я его крутила, я его жарила, я его тушила. Он приходит и говорит, я не хочу. Он, видите, не любит котлеты. А ты что? Что? Я взяла и треснула сковородкой. По плите, конечно. И что? Все? Все. Значит так, Поленька.
Если ты вышла замуж за Андрея, то нечего бегать ко мне, доченька. Научилась любить, научись и прощать. И вообще, если мужчина чего-то съесть не хочет, а его заставили, он возьмет и умрет. А это ведь тоже не очень хорошо. Это что за чудеса? Так. Так. Ты кто такой? Сейчас познакомимся. Тихо, тихо, тихо. А, я, кажется, знаю, кто ты. Кто? Ты мужичок в белой майке, правильно? А ты кто такой? Ты как сюда попал? Я? Я, между прочим, артист высшей категории, понял? Угу. Гастролер, да? Документы предъяви, артист. Почему ты тебе должен предъявлять документы? Почему, а? Я сказал, документы. Почему я должен предъявлять документы? Кто ты такой? Знаю таких артистов. Насмотрелся. Ты как сюда просочился? Фармазон-то дешевый. Ну, бери руки, руки! Твою мать! Целый день кладку делал.